Не шумите, ребенок спит. Он всегда спит в это время. Как это сказать по-английски и в чем разница между временами present simple и present continuous? Давайте разбираться вместе. Мы уже знаем настоящее простое время present simple. На него указывают такие слова. Every day – каждый день, always – всегда, usually – обычно, often – часто, sometimes – иногда. Формула очень проста. Сначала человек и тут же действие, если это он или она, добавляем к глаголу окончание «s». Чем же отличаются present simple и present continuous? Тут действие происходит в режиме реального времени, то есть now, сейчас, at the moment, в данный момент, right now, прямо сейчас. Формула уже будет другая. Сначала человек, потом нужная форма глагола «быть» и «действие». И тут, внимание, к глаголу добавляем окончание «ing». Потренируемся вместе. Если я хочу сказать, что сейчас смотрю телевизор, то нужно сказать «I am watching TV». «Am» добавляем, если первое лицо – единственное число – «я». «I am watching TV». Ты сейчас ешь пиццу. You are eating pizza. А мы ставим, если ты, вы, множественное число. Она сейчас танцует. Anna is dancing. Ваня – это тоже третье лицо, единственное число, поэтому мы скажем «Ваня is skateboarding». Ваня сейчас катается на скейте. Мы лезем на дерево. We are climbing a tree. Она играет на фортепиано. She is playing the piano. Он катается верхом на лошади. He is riding a horse. Он катается верхом на лошади. He is riding a horse. Мой дедушка ловит рыбу. My granddad is fishing. Кот сейчас спит. The cat is sleeping now. Девочки сейчас болтают. The girls are chatting. Еще примеры настоящего продолженного времени. Смотрите, идет снег. Мальчик сообщает о том, что видит в данный момент из окна. Действие происходит в момент разговора. Look, it's snowing. Что ты делаешь? Я рисую деревья. What are you doing, Jinzu? I'm drawing trees. Что ты делаешь, Селли? Я прыгаю. What are you doing, Sally?
I'm jumping. Ух ты, ты прыгаешь высоко. Wow, you're jumping high. Where are you going? Куда ты идешь? I'm going to library. Я иду в библиотеку. Что он делает? What's he doing? Он танцует. He's dancing. А теперь он прыгает. Oh, now he's jumping. Present continuous очень часто используется в жизни. Например, когда мы являемся зрителями какого-то действия в прямом эфире. Мы понимаем, что по ту сторону экрана все происходит в реальном времени, как объявление результатов конкурса в живой трансляции. Italy is in the lead with 524 points, but maybe one of these countries still waiting for points will jump out in front, or maybe not. Или когда спортивный комментатор озвучивает происходящее на футбольном поле. И пока мы сидим на диване и смотрим матч по телевизору, футболисты забивают голы и пенальти. Я так понимаю, что все-таки не Альфред будет автором голевого мяча, потому что кто-то там точно... А теперь сравним оба времени на практике. Она обычно ходит в школу пешком. Поскольку это происходит от времени к времени, мы скажем, что это present simple, и получится she usually walks to school. Тихо, ребенок спит. Мы понимаем, что ребенок спит прямо в момент разговора. Поэтому скажем be quiet, the baby is sleeping. Мы играем монополию в данный момент. We are playing Monopoly at the moment. Он смотрит новости каждый день. Это происходит периодически, постоянно. Поэтому скажем he watches the news every day. Используем present simple. Они выступают на сцене сейчас. Это происходит в момент речи, поэтому выберем present continuous. They are performing on the stage now. Они всегда ужинают в этом ресторане. Это что-то постоянное, периодическое, поэтому мы скажем they always have dinner in this restaurant. Bum 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 b